Три лучших проекта будущего мемориала в Куропатах представили 11 июня во время круглого стола в общественном пресс-центре Дома прессы. Министерство культуры объявило конкурс эскизных проектов памятного знака в марте минувшего года. Профессиональное жюри оценило более 30 работ белорусских скульпторов, художников, дизайнеров. В конкурсе участвовали как проекты знаменитых мастеров, так и эскизы начинающих архитекторов. Отбирались в первую очередь работы, выполненные в лучших традициях классического и национального монументального искусства и гармонично вписывающиеся в ландшафт урочища Куропаты. То, что было представлено для рассмотрения жюри, тот комплекс панорама работ, она как раз показывала взгляды и пластические, и смыслово-образные разных поколений, людей совершенно разных стилистических предпочтений. Но я благодарен всем авторам, которые представили работы, несмотря на какие-то короткие сроки представления работ. Но они, мне кажется, демонстрируют очень такое глубокое, вдумчивое отношение к тому месту, на котором будет установлен этот знак. Федерация профсоюзов Беларуси намерена обратиться в Минобласполком, чтобы получить права заказчика на проектирование мемориального комплекса. Организация также перечислит деньги, собранные на субботники по благоустройству Куропат, в открытый в прошлом году фонд сбора средств на возведение памятного знака. Неравнодушные белорусы уже перечислили в него почти 12 тысяч рублей. Мы сегодня Куропаты рассматриваем как место скорби и памяти, и сегодня, безусловно, там необходимо навести порядок, благоустроить это место. И мы в течение прошлого года занимались на постоянной основе, профсоюзы вместе с общественными организациями там наводили элементарный порядок. И вот сегодня на заседании комиссии мы внесли такое предложение обратиться к Минскому облсполкому, мы это сделаем буквально завтра, чтобы нам Минский облсполком предоставил права заказчика для того, чтобы можно было уже начать проектные работы. Доработанные варианты проектов трех лучших мемориалов авторы представят на суд жюри до 1 июля. Тогда и будет выбран победитель. Не исключено, что доработка деталей будущего памятного знака продолжится и после этой даты. Ведь главное – достойно увековечить память безвинно погибших в 20 веке в Беларуси. Планируется, что мемориал в Куропатах будет открыт до конца 2018 года.